Да как? Ну! Да как? Я стоял за этим. Стоял. Да как? Люблю. Пока замахивался. Блин, чем он так быстро ходит, а? Помедленнее, гражданин, помедленнее. Я все-таки вас зарезать хочу. Мужчина! Ай, надо было бежать к нему и резать! Что я полз-то к нему? В какой стороне? Да в смысле? Ты как меня знаешь, где я, куда пойду? Ты где? Да. Собаку! Такой шанс был! Собакина! Нет, не получается ни хера. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы с вами продолжаем День Чернобыля. Итак, мы выполнили задание с кровососами. Вот. Сейчас, короче, так, посмотрю. У вас тут батарея какая-то. А, батарейку мы оставили себе, да, получается? Плюс 30 электрошок. Удар. Радиация, пулестойкость. Да. Это мы оставили себе пружину. Так, хотел посмотреть, что у нас тут по аптечкам, по всякой фигне. Ну, вроде все с вами в конце прошлой серии, короче, не подогнали. Моя информация может тебе пригодиться. Вот, так. В комментах вы, короче, написали то, что я набрал ранг. Вот, набрал ранг. Стал ветераном. Я, короче, кстати, не заметил этого. Теперь я вот ветеран. Отлично. Вот, репутация у нас хорошая. Так, и стоит нам отправиться на арену. Сегодня пойдем на арену, посмотрим, что там такое, что дадут ли нам новые бои, проходи, задания новые. Если да, то будем добиваться очередного короля, короче, арены. Так, арена, по-моему, здесь, да, у нас арена? Ну здорово, давно не виделись. Чё у нас там по арене? Здорово, есть новый бой для тебя. О, продолжай. Вот ты и дошел почти до финала. Тебе предстоит бой с мастером-сталкером. Да, он один, но он в экзоскелете. Из FT-200M. Если попадешь под очередь, считай, что ты труп. Тебя ждет сюрприз, о котором я не могу тебе рассказать. Но мой тебе совет, готовься, схватка будет непростой. Победитель этой схватки пройдет в финал. Смертельный бой, вперед! О! Во! За участие в смертельном бою! Сейчас мы! Сейчас все будет! Непоторимые мечены против мастера, но с небольшими изменениями. Смотрите на растерянное лицо меченого. Он даже не подозревал. Да ладно! Итак, нож против FN. Нож? Да ладно, нож! Вы чё? Я ж всего лишь ветеран, а не мастер. Так, ладно. Ну, одного мы ножом тогда вынесли, помните, да? Он идёт. Это, конечно, шуточка, это, блин, шуточка. Посмотрите, на лицо горит меченого. Так, ладно. Попробуем. Надо, короче, как-то его обходить за спины.
Знать бы, с какой стороны он, короче, шарился. Блин, я же не пролезть. Я внюх. А он в курсе, да, что у меня нож? Перный театр бежит. Бежит. Ай! Ай-яй-яй! Давай, давай, давай. А это? Да как? Ну! Да как? Я стоял за этим. Стоял. Да как? Да в смысле? Это же нечестно. Как через контейнер-то пробил? Ты чё тут колдуешь? Так, окей. Как он через контейнер-то железный пробил? Я понимаю, там, знаешь, за деревянными ящиками стоишь и как бы... Ну, да, там пробить можно. Смотрите на растерянное лицо Меченого. Да пипец, какое растерянное тебе. Ну, ладно. Поехали, поехали. Так, ладно, вон он, вон он. Бляха! Увидел. Глазастый. Иди сюда, блин. Иди сюда, я сейчас тебе на шашлык порежу. Знаешь? А где? Да замочил уже. Короче, я думаю, подкрадываться. Чё-то, мне кажется, смысла нет. Здесь, как бы, такой себе стелс, я думаю. Надо просто оббежать. Смотрите на растерянное лицо Меченого. Он даже не подозревал. Вон он, стоит на месте. Надо просто оббежать. Это. Отбежать и ткнуть в него. Леха, он стоял где-то спиной ко мне, ну. Люблю. Пока замахивался, пока замахивался. А есть эта разница, если такая так ткну, либо вот так вот ткну. Чекану. Наверное, ткну, когда будет больше урона, наверное, наносит, да? Надо сзади как-то забежать к нему сзади. Он же так настолько растерянный, что пипец. Так, ладно, мастер. Сейчас я тебя на шашлык пущу еще раз, говорю. Шашлык в экзоскелете. Сбоку, сбоку. Сзади надо заходить. Сзади. Сейчас я тебе ножичек напрессуну. Да. Сейчас я тебя прикончу. Мне главное, чтобы он не повернулся ко мне. Блин, чё он так быстро ходит, а? Помедленнее, гражданин, помедленнее. Я все-таки вас зарезать хочу. Помедленнее, гражданин. Так я долго буду охотиться за ним. Эй, гражданин, вы где? Вы пропали у меня с радара. Пипец, как он далеко ушел. Так, он меня услышал, нет? Ай-яй. Сюда идет, да?
Так. С какой стороны он пошел? Он в обход, наверное. Мужчина! Ай, надо было бежать к нему и резать! Что я полз-то к нему? Он же меня не видел, ну! Он же меня не видел! Он не видел меня! Хватит, это ты все колдуешь, Арни! Стоит там что-то стена. Стены разукрашиваем, да? Окей. Прикинь, это полуфинал. А что будет в финале? Вообще с голыми руками буду бегать. Так. В мою сторону, да, идет? Ты меня не видел? Ты меня не видел, не слышал? Леха! Леха. Как он там очутился? Он стрелял вообще в другой стороне. Да в смысле? Ты как меня знаешь, где я, куда пойду? Я чикнул его. Я чикнул, а что он не сдох? В смысле? Я чикнул ножом, но он не сдох. Почему? Надо ткнуть? Ротер, защити мир от зоны. Вступи в долг. Да. За пара. За пара. Попробуем с другой стороны обойти его. Так это. Эх, ты где? Давай, давай. Блин, почему так медленно ты ползешь? Ну! Он же идет, вот ты прям за спиной, вот. Жесть какая-то! Смотри, что делает. Вот то-то и делаю, хочу зарезать чувачка. Да как, утвердись! Раз. Дядька, вы отвернетесь или нет? Да блин! Почему он вечно стоит лицом ко мне? Откуда он знает, что я вот с этой стороны сейчас приползу к нему? Откуда? Что за дичь-то? Откуда он знает? Он обошел вот так вот этот контейнер, он должен стоять спиной. Ищутся добровольцы для выполнения опасных... Заметили, да? Вот, как бы я ни высунулся, как бы я ни посмотрел... Он всегда лицом ко мне почти стоит. А почему? Как так? Вот и как мне зарезать? Но с небольшими изменениями. Смотрите на растерянное лицо Меченого. Он даже не подозревал. Итак, нож против ФН 2000. Вот опять, видишь, он, смотри, с фонарем своим светит прямо вот, ну, лицом ко мне. Собака, а? Присел там. Жутец. Я не знаю, либо, короче... Либо, короче, это... Ж...
ждать, когда он будет перезаряжаться, короче. И тогда к нему подбегать и резать. Бля, как? Вот он, сколько? Вот надо посчитать, сколько очередей перезарядки. Раз, два, три, четыре. Это потом перезарядка идет. Да, получается? Вон он, гад. Давай уже перезаряжайся. Будешь там спиной ко мне стоять или нет? Ты где? Да. Собаку! Такой шанс был, такой шанс! К нему близко не подойти, он начинает... сразу поворачивается. Говнюка. Он даже не подозревал. Итак, нож против ФН. Так, он меня не видит, да? Вот именно ко мне бежит, вот именно ко мне, а? По столбом. Ну. Слышь, сволочь, я тебя сейчас достану. Достанешь. Ты уже меня достал. Слышь, от меня не уйдешь. Я вообще-то это, здесь одни. К земле куда-то. На! На! Нет! Я думал, он забаговался. За участие в смертельном бою неповторимые мечены против мастера, но с небольшими изменениями. Смотрите на растение. Я не представляю, что будет, короче, в финале. 10 таких в экзоскелете, я с ножом. Да ёб твою мать, а? Как так-то? У меня вообще ничего... Граната! Ёперный тебя, знаешь, гранаты! Донаты! Как? Ну, блядь! Ну, блядь! Ну, как? Как через стену, твою мать? Ну, вот... У меня просто нет слов. Как через стену-то? Ладно, у меня есть граната. Это уже все меняет. Подкрасться и катнуть гранату под ноги. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. Думаешь? Ау, больно, да, чувак? Опа. Бах! Блин, нахрен.
пушка, да? Почему я сразу не посмотрел, что у меня есть гранаты, а? А, почему? Жесть, вы тут мне свинью подложили. Так, ладно. Ну-ка. Ты победил 10 косарей, вот твоя награда. Продолжай. Я тебя поздравляю, ты дошел до финала. Осталась последняя схватка. Смертельный бой. В этом бою каждый сам за себя. Помимо тебя в схватке принимают участие 4 сталкера. Все мастера, все в экзоскелетах, все с ГП-37. Теперь все будет честно. У тебя точно такое же снаряжение. Никаких аптечек и бинтов. Готов? Докажи, что ты лучший. Пошел. Это раз плюнуть. Это сейчас... Каждый сам за себя говорит. Арены. В нем участвуют 5 финалистов, дошедших до финала, оставив позади себя лужи крови и пота. Каждый сам за себя. Они сейчас друг друга там перемочат, короче, я один останусь. Пусть победит лучший. Начали. Короче, моя тактика. Жду, когда они, короче, друг друга сейчас перестреляют, там, перебьют. А я... Так. Выйду сухим из воды. Так, один готов. Одного уже загасили. Да ладно. Ну это фигня. Ты победил, вот твоя награда. И все, а где же там? Ну ты крыл, чувак, там, да ты чё там, ты чё? Точно-точно, врутся, парни. Хотя вот с хвоста почему-то шанса обвязать. Не вовремя стало, врачу что ли показаться. Так, окей. Вот и финальная битва была. Ну, все, мы вообще там, мы крутые. Крутой сталкер вообще. Меченый самый. Должны теперь уважать меня. А я-то? Вы все должны меня теперь уважать. Всем ясно. Тебе ясно, чувак? Тебе ясно? Ты знаешь, что я? Ты знаешь, кто я? Долбаных блокпостах. Олег Демон, ты знаешь, что я, Олег? Я тот, кто вздрычил вашу арену, мать его. Так, у меня, кстати, пропали это перо, радиация, так, пулестойкость ставлю, это что, выносливость ставлю, это что, электрошок ставлю, нет, не ставлю. Кровотечение ставлю. На расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Вот так. Кровотечение, пулестойкость, здоровье. Это помимо по ходу, короче, ситуации буду менять. Радиацию там или крошок, да? Все. Новичков нынче как собак нередом. Так, территория для чужих закрыта. Ты знаешь, с кем разговариваешь? Ты знаешь, с кем разговариваешь? Да я вашу арену тут провертел во все щели. Так, нужно сержанта, короче, найти. Помните, Киценко, по-моему. У него задание. Возьми у него задание. Иди своей дорогой, Стар. Слышь, поуважительней со мной разговаривай, а? Я все-таки арену вашу сделал. Так. Да, Киценко. Че уставился? Перед заставой была как-то боня, что случилось. Я бы хотел кого-то... Мне нужна работа. Так. Логово собак. Несмотря на наши усилия, некоторые монстры все-таки... прорываются со стороны свалки. Да ты, наверное, сам видел стаю собак к югу от нас. Убьешь их, получишь награду. Да без Б.
отдохнуть. Так. Место, где можно хорошо выпить и поговорить. Ну это вот, да, про который я говорил, помните? Логово собак. Это как раз оно вот это вот, а, вот оно, вот это вот и есть, логово собак. Так, стоп. Которые это эти котопсы там бегают, короче, стая целая котопсов. И вот их надо, короче, уничтожить. Ну тут обычные, я смотрю, собаки сейчас. Котопсов я тогда. Ты чё, шавка? Прикинь, она еще. Ты прикинь, да, живая? Три патрона. Три патрона высадил в нее. В смысле? Собакина. Ай-я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 й
А в смысле? А в смысле? Ты один патрон все зарядил? А в смысле? О, отлично. Отлично, вынес. Хорошо. 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 Сюда иди. Куда побежал? Че, засало, да? Засало? Сюда иди, я говорю. Собаки. Так. Какули с вас пособирать? Может быть. Фига они такие мощные, да? Сколько я в них выстрелил? Особенно там такая, которая, оп, какашка, которая в начале была. 3 или 4 патрона в нее просто всадил. Ну вот. Вот и все. Так, журнал. Рация, так, так, так. Все, готовы ваши собаки. Можете спокойно жить, не тужить. Проходи, не задерживайся. Ну, я по поводу задания вообще-то. Ломать мясо. Да фу тебе. Ладно, продам. Так, мне нужна работа, есть что-то? На данный момент ничего нет. Так, ты мне отдал ломать мясо. Ага. Я хотел тебе же его обратно продать. Окей, идем к бармену, короче. В принципе, вроде, да, как вот мы вроде все, что планировали, сделали. Арена, сержанта задание. Там в баре мы у всех тоже задание выполняли. Вроде больше здесь ни у кого ничего нет. Остается только бармен. Ну, бармена, я думаю, посерьезнее, да, какие-то будут задания, скорее всего. Хотя не факт. Вот. Хотя не факт. Ну, наверное, мы сейчас возьмем задание. Выполнить его, скорее всего, мы полностью не успеем, я думаю. Что-то время. Хотя фиг знает, смотри, какое задание. Ну, если мы успеем, то продолжим следующее. Не тормози, мужик. Моя информация. Сейчас минутку. Сейчас минутку. Я, короче, так. Хвосты я сейчас продам. Так, 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 так. Подходи, консерву я одну таких, заберу. Так, дроби, 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 дроби. Немножко у меня заканчивается, так что я, наверное, возьму вот эти вообще патроны. Окей. Этого вполне хватает, это все хватает. Все отлично, все хорошо.
Штяк. Бармен! Камон, камон. И что же у нас за выжигатель такой? Так, давай, торгуй, мне тебе... Ты эти какашки не хочешь брать, да? Ну, из меня один ломать мясо тогда. Окей. Да, все это закончится. Не тот уже хабар пошел. Не тот. Нужно покупать 133 тысячи, прикинь. Давай, я заберу у тебя патрон. И все, лучше подходи, сталкер. Погоди, я купил у тебя патрон. У меня всегда есть кое-что интересное. Ты меня уважаешь. Да, все, торговать. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Видать, судьба такая. 60. У меня было 190, да? Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Все. Так, какашки. Собачьи. Ладно, я выложу потом. Пускай накопится, я потом продам. Да. Окей. Так, нужна работа. Ух ты, гляди, что нынче есть. Ну давай, убить военнослужащего, убить бандитов на свалке, достать глаз плоти, найти артефакт, ломить мясо. Эти задания мне интересны. Ломать мясо! Я только что тебе продал, дебил! Окей. Так. Погнали, убить военнослужащего. Мне надо, чтобы ты разобрался с одним военным. И не спрашивай, кто он. Нафиг оно мне сдалось. Просто сделай это, ну? Можно на тебя положиться? Ну, давай. Здорово, обещанный. Убить военнослужащего. Здорово. Не тормози, мужик. Да, военнослужащий этот у нас находится. Так, это Боров. Это чё? Последние бандиты. Это чё? Мне надо, чтобы ты разобрался. О, нифига себе. Не близкий путь через свалочку. Хотя можно, наверное, здесь запро... нет, здесь не пройти. Меня уважаешь. Так, через свалочку. Через свалочку как раз можно зайти за... Ну, вещи гризли. За тайниками как раз можно зайти. Как раз, да. Вот мы выйдем, нам сюда как раз идти. Здесь мы пройдем, короче, заберем тайники. Здесь мы тайнички заберем. И... пристрелим вот этого военного. Окей, но путь не близкий, поэтому сегодня мы вряд ли это успеем. Ну, сколько пройдем, столько пройдем. Я думаю, на базе там это, не только он один будет военный. Там, наверное, на базе-то военных ого-го. Ну, где-нибудь найдем там привальчик, короче, костерчик, как обычно. Уже по-любому должны быть привальчики, костерчики. Отдыхающие, туристы. Вот. И с ними, короче, посидим до следующей серии. Пока вот, пока время есть, мы сейчас пройдем. Иду, иду. Ты не переживай. Ты следи за обстановкой. Ты следи там. Прошел как краб. Не? Знаешь? Как быть крабом? Становишься раком и идешь боком. Всей планеты Земля. Всей планеты Земля. Так, я могу бегать. У меня же выносливости. Вообще пипец. Вообще пипец, криндец. Блин, вот такой дождь я не очень люблю, знаешь, моросит прям в лицо просто, фу, бе. Ну, как бы, вообще дождь как бы люблю, да, там, знаешь. А вот, вот такой вот моросящий, который по лицу, фу. Также и снег, знаешь, вот мокрый такой снег маленький, который в лицо просто фигачит так. Фу, таким быть. Я правильно иду. Окей.
защитить стоянку сталкеров на свалке от нападения демонитов. Ну, у этих вечно, вечно нападают бандиты на них. Я чувствую, что они как бы бесконечны будут. Так, мне еще ломать мясо найти. Если найдем ломать мясо, не продавать. Отдадим его бармену. Так, мне нужно здесь убрать оружие? Здорово. Как он? Отдыхаем, да? Ну, отдыхайте. Некогда. Некогда мне до хохмы твоей. Так. Не туда. В смысле, а чё? А свой долго свой. Какой нахер долговец из тюрьмы? Военнослужащий у меня. Напрямить. Я думаю, что-то не туда куда-то поворачивать. Так-то по памяти уже немножко помню, куда идти, да? Так, ломить мясо. Уничтожить лагерь бандитов на свалке. Провален. Ну и хрен с ним. Я уже столько раз его защищал. А он все не защититься не может. Так, погоди, это что? Это плоть. Кстати, мне нужен глаз плоти тоже. Там есть у него задание раздобыть. Сейчас, короче, мы... Так, я заберу. Сейчас мы, короче, организуем глаз плоти. Минус одна. Минус вторая. Иди сюда. Минус три. Ну, какой-то по-любому должен быть глаз. Нет? Нет. Дырки. Да ладно. Вот когда ищешь, никогда не найдешь. А вот так вот просто так, она всегда попадается. Вот нету глаз. Вот нету и все глаз. Ладно, плоть мы будем убивать. Что у меня там все? Провалено, провалено, понятно. Так, плоти здесь больше нет нигде, да? Было 4 штуки плоти, и ни в одной. Ни в одной нет глаз. Плоть без глаз просто, прикинь. Ну, эти просторы мы все уже видели, в принципе, да? Чтобы новенького не появилось, наверное. Так, а что я за артефакт взял? Я не ломать мясо взял? Медуза. Медуза, 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 медуза. В ретузах. Так. Слышишь? Это либо свинья, либо плоть. О, да. О, да. У вас есть. Так. Здесь у меня... Чё? Здесь у меня тайник. Два. Два тайника, так, беру оружие. Ну, автомат, то есть. Готово. Хорошо. Старые добрые бандюки. Где? Да тут. Ща мы. Откуда? Откуда? Ты там ползал, да? О! Минус. Я просто снайпер. Так, они здесь бесконечные?
Да где ты стреляешь-то, ублюдок? Ну-ка. Вот и все. Был бандит и нет бандита. Так, тут у них... Вернуться за награды. Это лагерь бандитов был, что ли? Понятно. Так. Тут где-то тайник. Дядюка. Да в смысле? Нет, не залезть? Почему я не могу прыгать? Что за дичь? Так, с другой стороны, наверное. Ага. Там не пройти. Где? Тайник. Пути. Пути. Здесь меня сейчас засосет. Нет? Тайник. Видите какую-нибудь коробку-то хотя бы? Я не вижу ни черта. В смысле? О! Камуфляж. Так. Это патроны забираем. Что за камуфляж? Кабуфляж. Ага, 49. Так, это что, как мы? Опа. Херня. Так что идешь отсюда. Так, здесь где-то еще недалеко есть какой-то тайник. В смысле? Я что, не взял? Бляха. Вот мне не нравится, когда, знаешь, оно не исчезает. Но нашел я его, все, исчезнет. Пистолет еще просто, видишь? Короче, выбрасываю. Выбросить и пистолет выбросить. Все, исчез. Чтоб не сбивало просто. Так. Тут где-то еще один тайничок. Все заберу. Спасибо. На этом спасибо. Ух ты, нихера. Сколько гадюк лежит. Так, где-то здесь еще. Это я заберу. Где-то здесь. А, за стеной, что ли, наверное, с той стороны. Ну ладно. Стой так стой. Говорили. Фу. Хорошо. Я думал, в очки сейчас буду тянуть. Либо с другой стороны сортира, что ли? Мужской, женский. А, в женском, что ли? Да ладно. Фу. О, хорошо. Я уже в этот толкан полез, короче. Бачочка. Так, эй, народ. Плёха труп. Чё, без меня не продержали? Дениска, друг!
твою мать. Долго убили. Ты ствол ты убери сперва, потом поговорим. Оружие убрал. Так, здесь у меня, по-моему, тайник, да? Здесь вот, да-да-да-да, тайничок. Короче, убираю... Ай-яй-яй. Так, убираю это, убираю... Да, бляха! Вот так. Пять. Колбаса есть. Лоб заберу. Так. Это сюда. Это сюда. Это... Сюда. Глаз плоти оставляю себе. Лодку сюда. Одну аптечку сюда. Так, у меня один патрон, кстати. Так. 5 гранат. Ну и все. Ну и все. Да, все. Ну и видос у меня подходит к концу, дорогие друзья. Вот, сядем так у гостерка. Одни. Что-то все, никто не хочет со мной мне компанию, короче, составить. Вот, посидим одни. Вот. А, в следующей серии отправимся уже дальше убивать военнослужащего. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.